Добрый вечер, друзья. Я тут уже предварительно все приготовил. Нам осталось только приступить к испытаниям. Испытанием чего, собственно? Сегодня у нас будет крем КД, в который вы, собственно, можете в любом магазине Лактиана взять. И сегодня автошейвом пойдет Old Spice из Индии. Old Spice непростой, под названием Муск. В Индии можно взять три Муск. По-моему, что-то там с цитрусом и натуральный, то есть оригинал. Ну вот, Муск, мне прям вот Муск. Сейчас будем вот на эту тему общаться. И в следующем обзоре, чтобы вы были готовы, пойдет еще парочка интересных вещей. Это от доктора Харриса Мальборо крем. И от него же, от доктора Харриса, вода автошейф Сандалвуд. Но это уже тема следующего обзора, а пока приступим к нашим баранам. Собственно, это не мыло как таковое, это считается кремом, поэтому замачивать водичку сверху, тут прыскать смысла никакого не вижу, предварительно наливать туда воды в жесткое мыло, да, можно, а в это смысла никакого. Пойдем по обычной технологии, сейчас соберем на кисточку. Ну, думаю, этого будет достаточно. Наша пиалочка, он же скатл из IKEA, готов. Приступаем, посмотрим, что мы сможем с этим сделать. Помазок сегодня Симош 1305. Запах интересный, конечно, этого не отнять. Он не резкий, он... такой, знаете, цветочно-луговой, какой-то вот такой вот, интересный. Угу. Ну, собственно, уже у нас что-то и получается. Вот видите, те хвостики самые, про которые я говорил. Консистенция у нас ровненькая. Мелких пузырьков мы с вами уже добились. Пена плотненькая, хоть ее и немного. Проверяем. Стоит, не падает. Ну все, пена готова. Парни, пришив у меня любимый прораса, я уже нанес. Сейчас отмокаем их путь. Ага, да здравствует мокрая пуза. Укрывистость хорошая. Пена, конечно же, нравится, что говорить. Фактура такая приятная. Сбитые сливки, как мы планировали, мы получили. То есть на этом мыле достигнуть этого можно без особого труда. Станок будет тот же самый Metro Long, мой любимчик. На двоечке. Скольжение обеспечивает. И причем скольжение такое достаточно приятное.
Предательски дрогнула рука, и на кадыке я чуть-чуть порезался. Запах импонирует, скорее всего, что-то там добавлено такое, что кожу питает. Я прям чувствую, как на коже пленка какая-то образуется, такая приятная. Есть еще одно хорошее свойство этой пены. Она со временем не сохнет. Такое есть у наших советских недорогих кремов. Потом, когда мы до них доберемся, я вам поименно их перечислю. А вот здесь нет. Считайте, как мы ее сделали, потом пока камеру переставлял. И вот только сейчас вот она начала чуть-чуть густеть. А те крема уже бы сухими бы стали. Пена приятная в работе. Судя по всему, ребята действительно над рецептурой поработали. Так, ну теперь, наверное, капнем маленькой водички. Для последнего завершающего штриха не вытянула она на четвертый раз. Уже два раза говорил, скажу в третий, запах приятный. Да, давненько я так не резался. Надо же было прям во время обзора. Ну вот, пожалуй, что и все. Ребят, ну, пена хороша. Пена хороша. Жаловаться на нее грех. Достаточно плотная. Усы сохраняет до последнего. Смотрите.
Видел, конечно, поплотнее, но я только что чуть-чуть воды добавил, может быть, не добил чуть-чуть. Спиной все в порядке. Единственное замечание, которое осталось, наверное, это все-таки больше относится к психологии, чем к чему-либо еще. Дело в том, что до последнего времени, даже несмотря на то, что бакс был по 50-55, ее можно было купить в магазинах, ну, в пределах где-то 700-800-900 рублей. Сейчас, когда бакс несколько подрос, они быстренько перескочили порог. Вначале этот порог был 1400-1500-1600, сейчас, насколько я знаю, это в пределах 2400-2600. Получается, это, если раньше она была в категории 10-15 баксов, то сейчас она вошла в категорию 25-30 баксов, евро вернее. Ну как-то, если в той категории ей равных еще поискать было, то в категории 25-30 евро тут такой выбор. И все эти Харрисы, и Труфит Хиллы, и Англия, и Испания, и Италия. Ой, мама, не горю. Так что тут даже не знаю. По факту я рад, что ее взял за 800 рублей. Но стал бы я ее сейчас за 2600 брать? Не знаю. Я бы несколько раз подумал. Возможно бы нет. И взял бы что-то другое. На самом деле ценник-то нехилый. Ребят, если резюмировать по Локтиановскому КД крему-мылу, лично мне оно нравится. Нравится где-то, наверное, на 4,75. Встречал ли я лучше до сих пор, чем он? Ну, погрешу, наверное, если скажу, что встречал. В этой ценовой нет. Нет. Потом, впоследствии, мы еще поговорим за доктора Харриса крем. Ну, как бы там и цена другая, он в пределах 15 евро. Пока он, конечно, лучше, но все, что вот по качеству самого мыла, по запаху, по пене, по консистенции, по его наполненности, как оно себя проявляет во время бритья, по скольжению, претензий вообще никаких. Тут пятерка. Ну, просто пятерка. Скажу, что что-то не то, но это я душой покривлю. Претензия одна. Цена. Все, других претензий нет. Остался у нас автошейф. Ну и чё, где кровища? Блин. А лилось-то. Почему именно из Индии? Я уже говорил, но повторюсь. Все те Old Spice, которые на сегодняшний день вы можете взять в магазинах, просто прийти и купить на полках. Ребят, это не то. Их рецептуру давным-давно уже переиграли. И даже несмотря на то, что Old Spice как таковой родился-то, он, по-моему, в Англии, потом попал в английскую колонию Индию и в Америку ушел, там очень сильно им было забито. Сейчас его ни в Англии, ни в Америке, ни в Европе, ни у нас в России, матушки, по старой доброй рецептуре не возьмешь. И послушал одного доброго человека с форума, заказал на индийском, в индийском магазинчике этот Old Spice, все три варианта. Вот сейчас мы его и попробуем. Первое предостережение тем, кто его возьмет, ребята, не щелкайте. Когда будете лить, там вот такая вот дырка выльется как надо, поэтому аккуратненько. Парни, он алкогольный. Алкогольный будет жечь. Меня это не пугает. Мне, в принципе, это импонирует. Мальчик взрослый, нормально, хорошо. По качеству запаха. Запах мне тоже очень нравится. Мускатная нота, да, она присутствует. Нравится ли она окружающим? Больше да, чем нет. Ездили в командировку, пользовался. Из пяти пацанов одному только не зашло. Жена нравится,
сразу же подходят: о, это ты своими индийскими травками там побрызгался, ну и все, и побежала. То есть отторжения с женской половины тоже нет. Мне лично нравится. Не похож ни на что. Ни на тот Allspice, который есть в магазинах, ни тот, который я покупал еще в Америке, ни те все дезодоранты Allspice, которые здесь есть. Тут сравнить-то, пожалуй, что и не с чем. Это какая-то своя такая сопливая нота, такая вот, такой вот букет. Он просто нравится. Он просто другой. Не такой, как вот здесь вот во всех линейках Spice, которые нам представляют. Мне он нравится, импонирует. За те деньги несчастные какие-то там, я уж не помню, там, по-моему, то ли 5, то ли 7, то ли где-то так. Ну, недорого что-то. Я ссылку потом найду, сброшу. Да ни капли не жалею, что я взял. Этот закончится, еще раз возьму. Не стану брать только третий, который там цитрусовый какой-то, то ли оранж, то ли еще что-то, не помню. Вот он мне не зашел. Оригинал и муск, да, да, они хорошие. Ну, вот что касается вот этого вот автошейва. Отдельно брызгать его, вернее, вы его можете набрызгать только тогда, когда вы не будете пользоваться своим парфюмом, потому что после него свой парфюм нанесите, но это будет компот. У него свой такой достаточно сильный запах, и он будет держаться где-то в пределах час-полтора-два. Поэтому это не нейтрально. Если вам нужен нейтральный, вы будете пользоваться своим парфюмом, это не сюда, точно. Здесь сам сусам, то есть он всю территорию занимает. Других парфюмов он терпеть не может. Вернее, не будет. И после него остаточно вот это вот, скажем так, жжение, его как такового нет, оно легенькое-легенькое. Вы чувствуете, что ваша кожа покрыта пленкой, вот именно от него, и она кожу питает. То есть нет того, что, знаете, вот алкогольный трц кожу сушил, и ходишь так вот, все тянет. Нет, не тянет, нормально. Ну, ребят, кто любит оригинальный запах, кто любит старую школу, не испорченную современными вот этими веяниями, могу рекомендовать. А что касается мягкого мыла от Локолют, ребят, не могу сказать возьмите, потому что дорого. Вот было бы оно подешевле, да даже не сомневался бы, сказал бы, ребят, вещь возьмите. Но при нынешнем ценнике тут уже сами думайте. Как таковое мыло зачетное, цена негуманная, все остальное на 5 с плюсом. Вещь. Ну вот, пожалуй, что и все. Густого вам вкусного пара, густой вам хорошей пены. Всего вам хорошего. Берегите себя, пускай у вас всегда все будет хорошо. Пока-пока. С вами был я, Вадим. Удачи.